Продолжим тему «Маленькие хитрости. Каскады». Рассмотрим, как можно реализовать часы реального времени в каскаде и контроллере. В качестве контроллера будем использовать PR200, но можно и Arduino или любой другой контроллер. Сама каскада выдает время в формате в одном регистре 11.01. Нам необходимо преобразовать формат следующий 11, разделитель секундный и 0.1. Это часы и минуты раздельно. Для этого в контроллере перейдем в схему контроллера. Мы текущее время, переменная 514, то есть из каскады мы передаем время в формате каскады в регистр 514. Затем для того, чтобы нам разделить на два числа, преобразовать в другой формат, отдельно выделить часы и отдельно выделить минуты. Для этого текущее время, которое выдает каскада, делим на 100 и получаем часы. Если же мы разделим на с помощью функции mod, то есть в результате у нас на выходе получится остаток отделения, то есть текущее время делим на, с помощью функции mod делим также на 100 и получаем остаток отделения. Таким образом, у нас в переменной, это у нас в переменном 518 будут находиться часы, а в 519 будут находиться минуты. Таким образом, мы один регистр с текущим временем преобразовали в два регистра. Отдельно часы и отдельно минуты. И затем их вывели в каскаду. То есть остановим данный проект и увидим, что есть шлюз, который из системного регистра 3, где находится время, пересылает в контроллер с адресом 514. Это будет текущее время находиться в одном регистре в формате 11.02 без всяких разделителей. Затем мы считываем данные из 518 регистра часы и данные из 519 регистра. Таким образом, мы преобразовали формат времени, а между ними поставили динамический текст. Между двумя этими форматами поставили динамический текст, компонент. Но сейчас можно раздвинуть его, надо. И а то сейчас немножко отодвинем его, чтобы можно было выбрать его. Вот мы видим. Динамический текст, компонент. Выбираем систему и регистр системный 9. В системном регистре 9 в нулевом бите находится, изменяется бит нулевой каждую секунду. Таким образом, каждую секунду у нас будет меняться пустое место, две точки. Пустое место, две точки. То есть в нулевом бите 9 регистра находится содержимое, ну или так, генератор, секундный генератор. То есть каждую секунду в нулевом бите будет появляться единица и меняться динамический текст. Вернем на место и запустим проект. Вот время 0.5, она обновилась, и мы видим, что текущее время 11 часов 5 минут. Данное преобразование нам понадобится в других проектах. То есть преобразование формата времени. Это преобразование мы рассмотрим в следующем примере. А пока все. Спасибо. Удачи!